Смотрю, он ходит вот с такими глазами, как у какающей мышки. Уралами в Архедами выбирает, там, Best Balance какие-то, там, вот чистота, брат, вот чистота чуть-чуть не хватает. 11 490 рублей. Sound Civilization MS-62. Я бы оценил эти компоненты дороже. Господа, всех приветствую, вы на канале Автостиль Арзамас, меня зовут Дима, и сегодня я вам хочу рассказать про новенькую 16-сантиметровую компонентную акустику с изюминкой. Расскажу вам сразу предысторию. Совсем недавно, как только они поступили к нам в магазин, мой сотрудник Никита, он сейчас, к сожалению, передал полномочия, сдает диплом и уходит в армию. Он вкрутил их в стенд, и потом, смотрю, он ходит вот с такими глазами, как у какающей мышки, говорит: идемте послушаем, как играет акустика. Все наши ребята, все наши сотрудники заценили приятное и кайфовое звучание акустики Sound Civilization MS-62, состоящая из 16-сантиметрового мидбаса на литой раме, шелковый твиттер, купол 25 мм в алюминиевом корпусе и пассивный кроссовер, всего за 11 490 рублей. Расскажу еще одну историю. Послушав эту акустику по рекомендации Никиты, мне звонит Анатолий Анатольевич Сердюков из города Ставрополь. Почему я запомнил его фамилию, имя, отчество? Потому что он уже оформил у нас на сайте заказ на две таких пары. Я говорю: давайте сделаем так. Он говорит: ну, у меня есть определенный бюджет. Вот я думаю, между Уралами в Архедами выбираю, там, Best Balance какие-то, там, вот что-то такое. Я говорю: вы знаете, давайте выберем вот эту акустику, и вы останетесь довольными. Проходит 3 минуты, он оформляет заказ. Анатолий Анатольевич, если вы смотрите это видео, дайте, пожалуйста, обратную связь в комментариях. Ну, от меня лично вам большое спасибо за доверие. Господа, приятного вам просмотра. Двигайтесь с музыкой, и у нас сразу прослушка. Компонентную акустику нужно в стенде слушать от нуля. Поверьте, так же, как и в домашке. Она у нас играет от нуля. Ребят, многие из вас заметили, я соглашусь с этим мнением, что есть небольшой переизбыток высоких частот. А знаете почему? Вот у нас акустика двухкомпонентная. Вот она поставляется на рынок как отдельно мидбас, как отдельно пищалка парами. Представляете, вот цена твиттеров MS-TW25 3490 рублей за пару и стоимость двух мидбасов MS-62 WF 6990 рублей. А есть вариант, который у нас сегодня на обзоре. Это full комплект, так его назовем, с пассивными кроссоверами. И вот эта вся аудиосистема стоит 11 490 рублей. Для чего нужен этот кроссовер? Он нужен для того, чтобы мидбас не лез вверх и чтобы пищалка играла свой диапазон. То есть частота раздела где-то в районе 5 кГц. Фильтрами второго порядка она фильтруется с помощью вот этих вот катушек индуктивности, конденсаторов, резисторов. И здесь есть переключатель, другими словами, аттенюатор. Вот он сейчас стоит в 0 дБ. Нам нужно будет сделать вот так вот, минус 2. А если мало высоких, как говорят, чистота, брат, вот чистота чуть-чуть не хватает, вот делаем плюс 2. Это в случае, если мы используем просто два канала усилителя, на левый и на правый канал. Но если мы используем, к примеру, в системе с процессорным усилителем, у нас получается, что от одной пары каналов играют твиттеры, от другой пары каналов мидбасы, и уровень пищалок мы уже можем выбрать абсолютно любой. То есть это не заложено инженерами, это мы можем сделать сами. Достаточно яркие средние частоты позволяют использовать динамики в двухкомпонентной схеме без провалов ВЧХ. Резонансная частота 55 Гц позволит в полной мере заполнить весь мидбасовый диапазон частот. Литая металлическая корзина создает крепкую основу, исключая возможные потери. А так ли есть это на самом деле, как заявляет производитель, мы лично с вами убедимся в скором будущем, когда
эти акустические компоненты будем ставить в аудиосистемы, и я обязательно вам расскажу в следующих видео. Midbus MS-62WF. Вентиляция магнитопровода, защита магнитопровода, литая алюминиевая корзина, очень качественная площадка под акустические терминалы, диффузор и колпачок из целлюлозы, в которой виднеются волосяные добавки. Диаметр звуковой катушки 1 дюйм, и мощностные характеристики позволяют использовать эти компоненты от встроенной мощности процессорных усилителей. Шелковая пищалка, другими словами, твиттер, установлены в алюминиевом корпусе. Диаметр шелкового купола 25 мм и имеет малую посадочную глубину, это всего 13 мм, что позволит установить ее практически в любой автомобиль. Ребят, ну честно, изделие, которое очень приятно брать в руки. 11490 стоит полный комплект, вы можете их заказать у нас на сайте автостил.су, но скажу честно, что я бы оценил эти компоненты дороже. То есть они должны относиться к другому ценовому сегменту. Мы сейчас еще послушаем, как они играют. Я со своей стороны обещаю, что в клиентских автомобилях вы их увидите неоднократно. Они реально кайфово звучат. И приходим к прослушке. А на второй прослушке у нас Зоя Яровицына со своей философией. Подруги, помнишь, что приходила к Ирке? Еще раз повторюсь, у нас фильтр выключен. По секрету. Я бросила, но еще одна захотела сигарету. Почему все строят из себя хуй, ничего? И бабло у них цепрякою течет, а сами уродичи сидят на тушике в хруще. Сиськи себе сделают и думают, элита вообще. Ребят, вот для кого подойдет эта динамика? Эта акустическая система идеально подойдет для тех, кому надоело SPL и кто хочет перейти в мир Sound Quality, в мир SQ. За свой скромный бюджет звучание получается очень насыщенное, сбалансированное, и удовольствие от прослушивания реально есть. Мы такие вот песни включили на прослушке, само собой. Я не включаю песни, которые забанят YouTube, которые улетят в блокировку во многих странах. Мы очень часто с этим сталкиваемся, поэтому я прошу отнестись с пониманием. Такая вот у нас своя философия. Я на такой вот позитивной музыкальной ноте буду с вами прощаться. Двигайтесь с музыкой. Спасибо за ваши заказы, спасибо за доверие, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. У нас вот такой комплект шумоизоляции. И комплект аудиосистемы уезжает. Автомобиль Citroёn C4. А в какой город он у нас уезжает, Коль? Сергей вел у нас эту систему, она у нас оплачена, нам ее нужно будет отвезти в транспортную компанию. Двигайтесь с музыкой, всем пока, ребят.